Действительно глубоко все это выражается в мюзикле. Вот. Естественно, я была, я наблюдала, все было очень мало времени, потому как постановка шла довольно 6 недель, большой объем материала за короткий срок. Вот. И действительно я нашла очень много интересного того, что именно касается движения. Потому что кошка, она интуитивно двигается так, то есть ей никто не ставит ни ноги, ни руки, не ставит какую-то хореографию, но настолько природно она, как говорится, ведет себя так и органично двигается, то, что я требую от наших актеров. А что вот вам лично помогает пластику кошки поддерживать? Ну, естественно, когда мы репетировали, я наблюдал за своей кошкой, которая у меня дома живет. Черная кошка. Вот, у нее очень много интересных подробностей подчеркнулось из ее характера, поведения, пластики. А вы без грима на улице похожи на кота чем-то? Здесь я совершенно другой, чем на улице. Мне многие вот не узнают даже. Выходишь с служебного входа, так мимо пропуск. Просто не знаю там. Не спрашиваю. Это вообще кайф участвовать в этом мюзикл, он же культовый все-таки. Да, это действительно кайф, но он там достаточно своеобразный такой, с легким налетом маза. Потому что действительно это очень-очень тяжело физически и психически очень тяжело. Спасибо, но может быть вы нам споете пару фраз? Внимание, второй звонок, начинаем с волнения. Есть кошка-тетушка у нас, мисс Дженни в точку звать ее. Тигровый у нее раз, и очень тонкое чутье. Спит спокойно целый день, а там то тут, то где-нибудь. Сидит. В этом тетушки нас суть. Но, когда на голову скажется ночь, ставьте кошек заняться делами и прочь. Судьбы кошек могут складываться по-разному. В жизни бывает всякое. Но семейство кошачьих Следа всегда готово протянуть лапку помощи своим представителям. Таким, как главная героиня мюзикла, кошка по имени Гризабелла. Что больше всего? Больше всего мне понравилась экспрессия актеров, как они отдавались полностью в игре своей. А как вы думаете, люди похожи на кошек? Ну, я думаю, что кошки лучше людей. Мюзикл «Кошки» – действие мистическое, и мы продолжим раскрывать для вас его тайны в следующей программе. Не пропустите. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами.